Один из самых аварийных перекрестков железнодорожного района снова попал в сводку ГИБДД. На нем столкнулись две машины, одна из которых перевернулась. Лежащей на боку оказалась Mazda Titan водителя экспедитора. Шофер фургона ехал от улицы Воронежской. Мужчина утверждал, что левый поворот на Демьяна Бедного он начал, когда на светофоре уже загорелся желтый свет. Встречные машины уже остановились. Ну, он, получается, уже как по первому ряду вылетал, по второму как. Ну, пристегнут был, отстегнулся, спокойненько встал на стеклышко, раздавил его своим маленьким весом, ну и вылез через верх, все. Точно удар в топливный бак завалил Мазду на бок. Если машину еще можно восстановить, то находившиеся в кузове торты превратились в липкую сладкую массу. Три десятка кондитерских изделий экспедитор как раз вез клиенту. Хабаровчанин, управлявший «Эскуда», вступил с оппонентом в полемику относительно сигнала светофора. Мужчина, ехавший со стороны Карла Маркса, заверил инспекторов ГИБДД, что в момент столкновения ему все еще горел зеленый. Поворачивающий грузовик он не видел из-за потока автомобилей слева от него. Ряду. Там два ряда еще было. Ну и он внезапно передо мной вырос. Чтобы поставить точку в этом ДТП, инспекторам понадобится помощь очевидцев или запись видеорегистратора. С места происшествия Мария Склярова и Виталий Векслер.